Елизавете Корзун всего 15. Несмотря на юный возраст, девочка определилась с будущей профессией. Сегодня она делает первый шаг навстречу к ней, подает документы в класс с педагогическим уклоном. Профиль – русский язык и литература. Быть учителем – мечта детства. Средний балл здесь играет одну из главных ролей. У Лизы он 8,7. С таким показателем она закончила 9-й год обучения. Нам говорили учителя в школе, что есть профильный класс у нас в школе, на педагогический. Потом мы можем пойти на учителя без сдачи ЗТ. Я приняла такое решение, подумала, что мне будет проще поступить на учителя так. Русского языка. Средний балл не ниже 6, свидетельство об окончании базовой школы, заявление родителей, документы, которые нужно с собой взять, если решили связать свою жизнь с педагогикой. Прием длится всего 15 минут. Самое популярное направление – биология, химия, языки и математика. Педагогический совет дает направление, прежде всего рекомендацию для поступления в педагогические вузы Республики Беларусь. И, конечно, по профильным предметам, например, если это биология при поступлении на биологический факультет или на факультет начальных классов. Должна быть отметка как можно выше. 9, конечно, 10. Не приемом документов едины. Четверка завершает подготовку к новому учебному году. Проделали большой объем работы. Так обновили спортивный инвентарь, поменяли двери в учебных кабинетах, пополнили медиатеки. Класс английского языка и вовсе считается одним из лучших в городе. Но и его не обходит стороной апгрейд. К новому учебному году здесь установили интерактивный мультиборд. Своего рода большой планшет с множеством функций. Есть и компьютер. На стенах новые стенды, они стали более информативными. Забронировать себе место в профильный класс можно до 30 августа включительно. Есть и свои привилегии. Обучение в нем дает право подать документы в педагогический вуз без сдачи ЦТ, а лишь по собеседованию и конкурсу аттестата. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск 360.